Здравствуйте, с вами Android. Андроидыч сегодня хотел рассказать о очень крутом экшен-тире, который называется Sniper Tactical. Оно представляет из себя, как я сказал, тир, в котором вы будете защищать различных заложников от террористов, которые их поймали. А в данной игре мы можем поменять настройки графики максимально, вот low, normal, high, в зависимости от вашего устройства. Уровень сложности. Также можем прикупить различные виды оружия. Тут можно, тут много какие есть винтовок, броню и многое другое. Давайте перейдем непосредственно к самой игре. Нажимаю вторую миссию, первую я прошел. То есть надо нам убивать так этих террористов, чтобы они не смогли убить нашего заложника. То есть нельзя просто так промахиваться. Если вы промахнетесь хоть один раз, вы... Так, вот наконец мы прицелились. Смотрите, в чем смысл. Мы, вот наш заложник светло-зеленым цветом он изображен. Вот. И нам надо убивать так террористов, чтобы они его не смогли убить. Вот, допустим, вот видите, вот тут чувак, надо его сейчас завалить. Все, мы его с первого раза убиваем. Все, отлично. И таким образом мы постепенно даем возможность нашему заложнику убежать от террористов. Так, кого сейчас из них первого убить? Скорее всего, надо убить вот этого. Я, к сожалению, провалил задание. Надо было как-то убить двоих, я не знаю, чтобы они не смогли завалить. А давайте попробуем это сделать по-другому. Сейчас попробуем тогда завалить вот которого чувака, который там ходит. Вот этого чувака, которого здесь находится. Сейчас попробуем его завалить. Он ходит туда-сюда. Давайте маленькое терпение, чтобы его... А, нет, ну, скорее всего, так не получится. Так, ну ладно, давайте повторно и попробуем. Ну, конечно, очень-очень тяжело. Давайте сейчас мы подождем, когда вот этот чувак пройдет, и убьем вот этого террориста. Я понял, когда он будет идти назад, мы его застрелим. Все, мы помогли нашему заложнику спастись и заработали определенное количество очков. Вот, очень крутая игра, по графике очень красиво сделана и интересна сама концепция самой игры. Не просто тир тупой, да, где надо стрелять, убивать там зомби или каких-то там этих, а реально тут надо думать, каких именно чуваков мы должны убивать. Так, смотрите, где вот тут находимся, так, прицел. Так, я вот, к сожалению, не вижу, наверное, вот этого. Отлично, завалил. Я не вижу своего заложника. Ага. Так, кто его может убить? Его может убить вот этот чувак. Отлично, как все четко у меня пока получается. Так, а вот тут непонятно, кого убить, потому что я террориста не вижу. Он как-то спрятался странно, я просто не могу понять, где он находится. Ну, я даже не знаю, куда стрелять. Давайте убьем вот этого чувака. Надо как-то заставить этого террориста выйти из укрытия, чтобы он не смог убить моего заложника. Очень интересная игра. А, кстати, вот мы можем вот еще, кажется, как делать. Вот тут я не знал. С разных точек мы можем смотреть. Вот как я... вот, давайте попробуем. Тогда я сейчас, думаю, получится все в этот раз. Так, давайте сможем. Я думаю, все получится. Так. Вот, наверное, вот этого убиваем. Раз. Так, теперь мы, наверное, меняем. Так, теперь надо завалить вот... Так. Надо завалить вот этого чувака. Я маленько не понял, каким образом... Ага, вот. Так, мы сейчас и сделаем. Так, нацелим и... И главное целиться правильно. Отлично. Хедшотом я его пристрелил. Ну, мне все равно не повезло. Очень интересная игра. Советую обязательно в нее сыграть. С вами был... Android. Андроидыч, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.